Каков план? От продюсеров сериалов «Братья по оружию» и «Тихий океан». Помочь парням выжить. «Властелины воздуха». Ты напишешь? Трудно найти ту, которой стоит писать. Надо знать, где искать. Я буду скучать по тебе. Майор Иган, вас первым отправили в сотую группу? Да, с Баком Клевином. Под вашим командованием 35 самолетов и 350 членов экипажей. Не умирай, пока я не доберусь. От исполнительных продюсеров сериалов «Братья по оружию» и «Тихий океан». Грядет что-то серьезное. «Восьмерка» отправит крупнейшую воздушную армаду из всех существовавших в истории человечества. Прямо на территорию Гитлера. Добейтесь полного превосходства в воздухе. Такова миссия. Что? Может, больше красавицы не увижу. Я побег! Побег! Побита! Каков план? Помочь парням выжить. 26 января. То, что мы делаем. Изо дня в день. Меняет людей, так? Мы боремся с чудовищами. Люди, способные на такие зверства, поплатятся. Поверь мне. Девятисерийная военная драма. Господь, защити и направь тех, кто летает по безбрежным небесным просторам. Мы таскикские парни или кто? Так точно! Не оставь рассекающих воздух во мраке гроз и в ясную погоду. Похоже, нам конец. Нет, мы сядем и отобьемся. Мы будем выполнять задания, пока можем летать. Мы не сдадимся без боя. «Властелины воздуха». Премьера 26 января.